Школьникам Твери области помогут определиться с будущей профессией. В нашем регионе стартовал трехдневный фестиваль «Билет в будущее». Проект направлен на раннюю профориентацию учащихся 6-11 классов. Подробности сейчас. Выбрали пациента, на нем тренируемся накладывать повязки при различных ранах. На предплечье, на кисти и вообще, в принципе, обсуждаем различные повреждения опорно-двигательного аппарата. Это одна из площадок фестиваля – медицина и здоровье. Пока одни школьники учатся накладывать повязку, других знакомят с приемами первичной реанимации. Давай. Произвели два вдоха. Опять 30 компрессий до компрессии, два вдоха. И так полчаса. 3000 школьников из Твери в течение трех дней посетят фестиваль «Билет в будущее». Этот проект призван помочь ребятам в выборе профессии. Проектная деятельность – лишь одна из форм знакомства с перспективными направлениями на рынке труда. Еще участники форума проходили специальное тестирование. Как правило, у детей есть очень сильное сформированное заблуждение о том, что они знают, что такое профессия, о том, что ему подходит. А для ребенка формируется направление, которое наиболее, с точки зрения тестирования, психологов, которые формировали эти тесты, представляют интерес для его развития. Диана Щукюрова уже определилась с будущей профессией. Планирует работать в сфере туризма, поэтому ее особенно заинтересовал практикум на площадке «Услуги питания и туризм». Я предпочла туризм, потому что интересуюсь регионом своим, его историей и путешествиями. Главным итогом участия каждого ребенка в фестивале профессии станут рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Исходя из интересов школьника, будет сформирован перечень мероприятий, курсов, кружков и иных возможностей по развитию навыков, необходимых для выбранной профессии.